Друзья, всем привет! Рассказывая о новой печи в свою баню-землянку, я просто не мог не рассказать подробно о кассетах для пара, которые мне очень полюбились за 2 года их использования и которые теперь есть в каждой моей банной печи. Это уже 3-й мой рассказ о кассетах, то есть я рассказывал о них в 2019 году, когда они только появились, потом в 2020 году, когда они обновились и усовершенствовались, и вот в 2021 году мне вновь есть что рассказать о кассетах для пара Фирингер. Ведь здесь опять наблюдаются некоторые изменения, а именно по подаче воды и по весу самих кассет. Давайте рассмотрим по порядку вес кассет, подачу воды на них и принцип их работы. Во-первых, и я считаю это очень важным, вес каждой кассеты увеличился процентов на 20. Я, если честно, не знаю почему, но количество пластин в кассетах стало больше. И, соответственно, их вес опять увеличился. Получилось 4 килограмма 750 грамм. Я взвесил 2 кассеты и получил разные значения. Одна кассета весит 5 килограмм, а другая 5,4 килограмма. Если в 2020 году я радовался, что каждая кассета стала весить по 5-5,5 килограмм, то в этот раз был удивлен цифрой в 6,8 килограмма. Вы только подумайте, если установить в печь все 3 возможные кассеты, то это будет 20 кило нержавейки, которая будет нагреваться до 600-700 градусов и генерить пар. Это еще не считая почти 100 килограмм камней, которые тоже в это время находятся в каменке печи и сильно нагреты. Сложно представить какую-то паровую пушку из нержавейки, весящую 20 килограмм. И когда несешь коробку с 3 кассетами, уже чувствуется их мощь, такой реально ощутимый вес. Теперь про подачу воды на кассеты. В предыдущие разы я рассказывал о специальном распределителе, который разливает воду на 2 или на 3 кассеты, в зависимости от модели печи. Теперь все по-другому. Теперь за подачу воды на каждую кассету отвечает отдельная нержагофра с воронкой, идущая в комплекте. И это круто. Дело в том, что самые первые кассеты я тестировал именно так. Делал отдельную подачу воды с помощью самодельной гофры с воронкой от мини-пифа, и мне тот вариант понравился больше, чем единый распределитель. Такая воронка с гофры подает воду точечно на заданную кассету, на одну, и больше никуда. А распределитель подавал попеременно на кассету слева или справа от топки, и всегда частично на среднюю кассету. И на самом деле было сложно понять, сколько воды уходит на среднюю, а сколько на заданную. По ощущениям, точнее по звуку испаряющейся воды, как-то не очень иногда распределялось. Теперь тут все прям четко. Ну и давайте вспомним принцип работы кассет, а также взглянем на их работу уже в новой печи. Вода по гофрированной трубке подается наверх кассеты. Частично испаряется на первой пластине, а что не испарилось, перетекает на ниже лежащую пластину и так далее. Таких пластин в каждой кассете порядка 80. Все они нагреваются до 600-700 градусов, обложены с одной стороны камнями, разогретыми до 500 градусов, а с другой стороны примыкают к стенке топки, которая разогрета еще больше, чем они при условии горения в топке. И у воды просто нет шансов не испариться на этих 7 килограммах раскаленной нержавейки. Так как кассеты расположены внизу каменки, далее пар заполняет всю каменку. Ведь объем пара в 1700 раз больше объема воды, с которого он получен. Контактирует со всеми 100 килограммами нагретых камней, прогревается и выходит в парную в идеальном для русской бани состоянии. Если кассета сильно раскалена и пар с нее получается уже перегретым, то он наоборот немного остывает, пройдя через каменку, и на выходе самое оно. То есть из печи выходит всегда одинаково хороший пар, благодаря тому, что он проходит через большую закладку разогретого камня и контактирует со всеми камнями.
пар, полученный таким образом, легкий, горячий и при этом не жгучий. Он легко переносится во время парений, даже если парение продолжительное, и позволяет хорошо прогреть парящегося вениками. После генерации пара кассета быстро восстанавливается от стенки топки, либо от камней вокруг кассеты. Используя попеременно несколько кассет, можно получать сколь угодно качественного пара в бане. Секрет большого количества качественного пара прост. 20 кг нержавейки состоят из 240 пластинок и имеют большую площадь испарения. Нагреваются до 600-700 градусов и могут испарить за раз очень много воды. А пар, полученный с них, доходит до идеального состояния, пройдя через 100 кг камней каменки и проконтактировав с каждым камушком. Ну а для финальных акцентов парений можно подавать воду на камни сверху. Тогда пар получается более жгучим и позволяет более ярко догреть того, кто на полке. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и до следующих видео.